Дорогие друзья, Фабио с детства тянуло в самые разные музыкальные сферы. Фортепиано, дирижирование, футбол. И естественно, что его все всюду всегда искали и ждали. Так и сегодня. Пока он в Екатеринбурге, его ждут в Новосибирске. Пока он в Новосибирске, его ждут в Якутске. Пока он в Якутске, его ждут в Москве. Ну а в Санкт-Петербурге его ждут всегда.